Добрый вечер, дорогие подписчики! И сегодня у нас обзор китайской лапши, но к ней чуть-чуть попозже. Ассистентку я отпустил свою отдохнуть, а то она рядюжит и, блядь, подзаебалась рабыть на меня, блядь. Так что проведу я этот обзорчик. Смотрите, нашел такую тему — китайские традиции. Такая непонятная хуйня на самом деле. Написано, что производится в Китае. Китай, провинция Хэбэй, город Синтай, уезд Луньяо, блядь. Промышленный парк, город восточной еды. А поставляет нам это, ну, естественно, Москва, Азия, импорт. Ну, вот, нашел я два вкуса, значит, это куриный, еще у нас будет обзор на овощной. Тут сразу написано: вилка внутри, такая прикольная глянцевая херотень. Мы ее отрываем. Охуеть. Смотрите. Сразу вилы такие, как в лапше мама. Довольно-таки крепенькие. О, охеренная вилочка, хочу вам сказать. Китайские иероглифы тут, все круто. Классно. Прям классно. И тут у нас балабасы, значит, сушеные овощи, прям такие. Прям, блядь, пиздатые, хочу сказать. Это суповая основа и вот такая вот жижа. Это жирок, наверное, куриный. Лапши здесь 82 грамма. Блять. Мне ж интересно, что она до самого верха лежит. Ну, в общем-то, так, норм. Вот. Ну, стандартное запаривание. Высыпаем. О, бля, ебать, пылище пошло. Ничем не воняет. Светлая приправа. Эх, пылюга, блять. Овощи, блядь. Такое мутноватое какие-то, блядь, у них. Вот эта вот вся хуйня, упаковка сама. Тоже все на китайском. Травят нас, блядь, китайцы, а мы и рады стараться, блядь. Так, 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 о. Фу, блядь, блядь. Оператор сейчас понюхает, сам в ахуе просто, блядь. Так. Вываливаем все эти какашечки, блядь. О. Хочу вам сказать, блядь, стакан большой. Супа тут должно получиться пиздато. Кстати, нет никак... А, не, пижу, да, есть отметка. Вот так. Ну, заливаем кипяточком. Ой, 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 ой. О, запах пошел прям курятины такой конкретной, блядь. Слушайте, прям еще не успел запариться, такое ощущение, что я хаваю суп куриный. Запах мне уже нравится. Ну, что, ждем, пока запарится, и будем дальше потом выдвигаться. Итак, ребята, запарилась наша ебень. Обращаю внимание, вот смотрите, да, на упаковку. Видите, злой петух или курица тут. А еще у них вот овощное, это будет у нас потом еще обзор. Видите, тут тоже злой овощ, блядь. Это брокколи, наверное, какая-нибудь хуйня. Блядь, такое ощущение, что ты запаришь, и они вылезут и дадут тебе просто пизды, блядь. И все нахуй. Блядь, вообще оформление, конечно, блядь, прикольное. Мне нравится такая агрессивная лапша, блядь. Злые китайцы, блядь, атакуют нахуй. Так, что, заварился наш чудо-суп. Отрываем нахер. Ёбань. Размешиваем. Ой, запах, да, конечно, такой приятный. Ой, сейчас. Это хуйня плавает. Смотрите. Это типа, блядь. Не знаю, что это, блядь. О, а знаете, недурно. С учетом того, что стоит он 37 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, слушайте, ребята, достойный вкус. Ну ладно, сейчас захаваю и в конце уже вам расскажу.
Ну все, братва. Дожрал я эту тему, блядь. Что могу сказать, блядь? Не зря они тут петушару тут нарисовали, блядь. Злой бомж, блядь. На самом деле, охуенная лапша. Очень вкусная. Сама лапша нормально, бульон наваристый. Много получается, блядь. Говорю, что это из, скажем, из бюджетных вариантов, да, ну, самый охуенный, наверное, блядь. Потому что он лучше доширака, это говорю сразу, блядь, курино. Он лучше, блядь, всяких анакомов, ролтонов, блядь, вот. И вот из этого, не берем их зарубежные наших, да. Хотя тут Китай, блядь, написано. Ну, один хуй, блядь, мне кажется, это где-то, блядь, все равно клепается, может, даже у нас, блядь. Еще тут я обратил внимание, блядь, грибы попадаются. Резанные. И вот когда хаваешь гриб, прям, блядь, натуре вкус гриба, как будто бы, блядь, вот его приготовили, блядь, натуральный, положили сюда. То есть не наебалово, блядь, какой-то, а реально сушеные, блядь, грибы. Отлично пропариваются и вкус насыщенный. То есть там не эмульгаторы, блядь, всякие, какая-то хуйня, блядь, приятный на вкус. Короче говоря, рекомендую, если увидите, вот я только в одном магазине у нас видел такую тему. Решил попробовать. Посмотрим, что там будет в овощном. Короче говоря, что, блядь. Увидите, обязательно купите, попробовать. Ну все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч.